Вместе с гостями ТГУ медицинский отряд «Ангелы жизни» подводит итоги гуманитарной поездки в Луганск. Целью выезда стала медпомощь пострадавшим, поэтому для многих будущих врачей это еще и серьезная практика. Лично мое отношение – низкий поклон, что ребята, во-первых, не побоялись поехать туда. Во-вторых, ребята поехали туда и работали по 12 часов в сутки непосредственно в госпитале. Причем среди них есть и ординаторы, которые работали непосредственно в операционных. В госпиталях отряд «Ангелы жизни» работал 2 недели. Перед отправкой молодые люди обучились наложению жгутов, повязок и эвакуации раненых. Вместе с этим они овладели техниками сердечно-легочной реанимации и остановки кровотечений. Для Виктора Папина обучение стало скорее переподготовкой. Он уже оказывал помощь пострадавшим. И эта поездка для него не первая. Мы приехали, нас встретило руководство больницы. Нас распределили по отделениям, мы работали в отделении реанимационном и работали в отделении оперативной хирургии. В нашу работу входило это наложение перевязок, капельницы, мы ставили зонды, катетеры, также ассистировали врачам на постановке подключичных катетеров, трахеостомы, интубации пациентов. Отряд достаточно молодой, он был сформирован летом прошлого года. Тогда в Луганск поехали 3 человека. Вернувшись, они предложили своим знакомым вступить в отряд, и вот в последнюю поездку уже отправились 14 медиков. Студенческие отряды выезжают с миссиями преимущественно в период каникул, поэтому в следующий раз молодые люди отправятся в поездку летом. Полина Болотова, Олег Осипов, Анна Мусатова, «Область новостей».